29-летняя Маша Малиновская потроллила 34-летнего рэпера Джигана. Музыкант поссорился с женой и попросил поддержки у друзей. Семья музыканта на грани распада. Оксана Самойлова после неадекватного поведения Джигана намерена с ним развестись. Инстадиву поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса – Ольга Бузова, Алена Шишкова, Вера Брежнева и другие. Джигана поддержали лишь несколько друзей-диджеев. Рэпер опубликовал в Instagram Stories скриншот с пожеланиями от товарищей и лозунгом «Я, мы Джиган». Это рассмешило телеведущую Машу Малиновскую. Звезда сделала репост сообщения Джигана и поставила смайлы кулака и фасепалм. Телезвезда сочла этот флешмоб неуместным и нелепым. Не заступились за рэпера и его бывшие коллеги из Black Star. Тимати не стал комментировать семейный скандал Джигана. Исполнитель лишь пожелал здоровья рэперу, который сейчас находится в психиатрической клинике. Друзья семьи Самойлова и Джигана уверяют, что рэпер напал на жену, и ей пришлось отправить его в рехаб. Оксана также хочет развестись и лишить мужа родительских прав на их детей, трех дочерей и новорожденного сына. Скандал в семье музыканта произошел в прошлые выходные. Джиган несколько раз вышел в прямой эфир в неадекватном состоянии и просил пятилетнюю дочь принести ему пиво. Затем артист публично извинился перед супругой.